усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у Божій сторонці. Душою тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душою тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Дорогі друзі, сьогоднішній вечір – один з найважливіших у нашому житті. Українська команда «Віртус.Про» ліцем до ліця зустрінеться з сінгапурською командою «Зеніт». Ми сподіваємося і віримо, що наші хлопці покажуть кращу гру, на яку тільки здатні. Більше того, ми не просто віримо, ми впевнені у перемозі «Віртус.Про», у бій їх поведе відважний, сміливий і сексуальний капітан НС, якого можна порівняти героям України, таким як Мазепа і Бандера. Вперед, хлопці! Немає сумнівів, що ви нас порадуєте. Чи згоден ти за мною, Дреді? Так, безумовно. Зараз на мапу поставлено життя українського колективу. Це вже давно не просто гра, а спорт. Вирішальні долі. Чи подуйте додому або продовжати свою боротьбу за мільйон, ми дізнаємося в ближайшу годину. А тепер слово передається в отажковій фанатської бази «Віртус.Про». Шановні глядачі, зараз вся Україна схрещує пальці за нашу улюблену команду. Ми всі шануємо та поважаємо їх. Хочу побажати хлопцям успіху, хоча навряд чи ще знадобиться їм, адже їх скіл – запорука успіху. З Богом, друзі! З Богом! З Богом! Що то сердечко, прям бах-бах-бах-бах. Сердечко то я как будто кунилингу сделал, часа чуть язык не сломал. Итак, украинский коллектив «Віртус.Про» против команды «Зенит». Да, пожалуй, перейдем мы на русский язык. Да, чтобы все понимали, все-таки, я думаю, из 2300 человек хотя бы 300 до русские, поэтому, пожалуй, что придется на этот грязный, вонючий, неприятный слуху язык перейти с украинской мовы, которая ласкает слух. «Віртус.Про». Про. Ну, мы видим, что это действительно украинский коллектив по второй букве в их названии. Антимага с вот этим гарным чепчиком взяли себе «Віртус.Про» как последний пик. Да, ну типичный такой, как Тарас Бульба с хохолком назад. В общем, ну что, победит сегодня гордость Украины-то или нет, как ты считаешь? Я думаю, отстоят они интересы страны родной, Украины гарной. И да, смогут быстро разобраться с командой «Зенит». Думаю, что сейчас вся страна, начиная от Севастополя и заканчивая Ивано-Франковском, просто прильнула к экранам мониторов, отложила куски сала в сторону и собирается болеть за парней в самом настоящем, вот этом вот беспринципном, я не знаю даже как назвать, жестоком противостоянии, которого, наверное, украинская земля не видывала уже
лет этак никогда. И мы видим, первый раз героя взяли за всю историю International 3-го Invoker. Это реально пиздец, как неожиданно, я бы даже сказал. Ну, после предыдущего матча, давайте, возможно... Давайте прогнозики. Инвокер какой? Через Иулы Sunstrike Метеорит? Или... Нет, точно не Sunstrike. Через Move Speed. Через Move Speed. Move Speed. Move Speed. Может, это какая-то домашняя заготовка, я даже прям не знаю. Жалко, что наши парни не порадовали нас ничем таким. А тут, типа, он будет Sunstrike, там же... У них в команде Рейбак травосетку кидает. Кстати, довольно интересно, что все-таки антимага взяли Virtus.pro. Довольно редко они берут этого героя. Вот, может, они так хотели удивить своего соперника. Что ж, посмотрим. Так, ну что можно сказать, мейн-кэрри команды Зенит — это Герокоптер, пойдут они триплой в сложную линию, Герокоптер на и Визаж. Я тут прочел, как будет постараются добиться хорошего показателя золота в минуту по-украински. Як? Что як? Як это будет? Як? Нет, это намного длиннее, чем просто як. Нет, вопрос. Постараются домогаться гарного показника в золоту, в хвилину, блять, какую-то. Короче, не знаю. Хвилина. Да, хвилина. Хвилина. Ну что ж, верим хвилину. Так, Смайл, кстати, с ботинком уже рассекает. Но он... Интересная ситуация какая-то. Крейзи, ой, то есть Кси в лесу находится с телепортом, да, а Смайл, кстати, с ботинком во вражеском лесу, и вот он цвап линиями быстренький такой. У Смайла этот закуп в Намаса классический, танго и ботинок. Видели королеву копы? Да, гарный, гарный. Интересно. Ну что ж, собственно... Внизу ДД Руби, кстати, за тауром могут. Тани. Вообще интересно то, что Invoker... Там сейчас все-таки... с ченомобом, скорее всего. С ченомобом? Угу. Да, скорее всего, так и будет. Троем смогут. Invoker взял себе экзорт на первом уровне, но... все-таки, думаю, он будет с класс век скачаться. То, что этот экзорт. Хотя, может быть, действительно, Юл и Метеорит, Санстрайк, все это говно. Ну что ж, начало положено. Сейчас уже второго крипа добивает Иллидан. И все, возможно, ну, даже нет. Возможно, сейчас даже добьет третьего крипа, но тут некоторые трудности возникли. Сейчас заденает, пойдет под вышку и посмотрим, как он будет бить крипов под вышкой. Пока что он забил всегда, действительно. Сейчас будет где-то фирстблад, нападают Чен здесь на Чена, и Санстрайк, и Дарксир убивают, умертвляют просто Чена нашего доброго, Инес. Ой, Итома дали. Инес, что такое? Что-то да. Собрался. Так, еще у Смайл тут могут возникнуть проблемы. Кстати, Инмейт, а ты не спойлери, Чен, пожалуйста. Они могут сделать класс экзорт. Молчу. Этого инвокера, чтобы было два хорошо спирита ранних. И пойти с мобами и инвокером ломать кого-то. Да, тоже могут, в принципе. Но у них сейчас у зенитов идеальный расклад, то что Герокоптер стоит против Клокверка, который, блять, из закопа нихрена почти не имеет, по сути. Вот. И как бы трипла сейчас против антимага все равно будет стоять, хоть там и Дарксир. Но это даже на самом деле плюс, то что Дарксир может очень неплохо испортить жизнь антимагу в плане фарма, особенно на хардлайне, особенно учитывая то, что еще есть два суппорта в лесу своем. Убивает инвокера или уйдет? Кстати, тут... Нет, не уйдет. Но это говенный пик, инвокер, блин, я не знаю, у него бред какой-то, короче. Мне просто зениты порадовали своим пиком инвокера, потому что теперь шансы у наших парней просто увеличиваются в несколько раз. Обрати внимание на новый ник НС-а. Virtus.pro больше, чем НС, но меньше, чем Триоли. Да, действительно, очень интересный ник. Прекрасный Санстрайк мимо Квапы, она убегает. Так, вообще, да, конечно, Инвокер первый раз появился на Интернешнале, и действительно, герой, возможно, недооцененный, конечно, но, возможно, не пикают его не просто так, он действительно говно редкостное.
Да я сегодня буквально на форуме Dota 2 читал, что типа почему не пикают инвокера на International, никто ни разу не пикнул. Какой-то школьник очень был возмущен этим. И вот, видимо, он и оказался сегодня в команде Зенит, я не знаю. Да, но там, в принципе, Убогая поехал. Убогая тычка с руки и контрит с БКБ. Антимаг пошел в изи. Да, я не могу сказать, что эти свапы на пользу Virtus.pro, хотя давайте посмотрим график. Они типа немного изменят, потому что сейчас Нага перетянулась в топ с визажом, и за сетку будет умирать любой через настрайк. Так, ну по сути... Смотри, как куда зашел герокоптер. Герокоптеру ничего не страшно. Не грозит ничего, у них два персонажа отпуливают. Так, давайте посмотрим по левелам. Нага серия на второй уровень, Рубик второй почти третий, Чен тоже второй почти третий, и третий левел визаж. Вот, ну и мейн керри тоже примерно одинаковые уровни, так что, по сути, перестановки перестановками, а ни хрена не изменилось толком. Сейчас равное противостояние будет, только учитывая то, что есть пул у команды Virtus.pro, нашей любимой. В миде квапа в два раза просто. Сейчас посмотрим на знаменитый просто отвод от НС, наверное. Вот буквально... Нет, почему-то не пошел. Но... Да, действительно, квапа очень сильно унижает инвокера. 22-9 против 10-2, это... Ну, неудивительно, если учесть, что тычка у инвокера с руки просто бога и фармить. Неудивительно, если учесть, что Квапа лучший украинский игрок. Один из лучших. Согласен. Украинская организация, ведь. Ну, я слышал, у хохлов, ой, в смысле, у украинцев есть еще несколько сильных мидеров. Есть, конечно. Вот, есть. Но, конечно, до русского Дэнди они не дотягивают вообще ни в коем разе. Да, действительно. Возможно, конечно, можно было бы организовать какие-то, возможно, тренировки русских с украинскими игроками. Также, например, Олег мог поучиться у Даниила. Даниила Ишунова. Ну и игра, видимо, перетекает в фарм-доту такую жесткую. Ну да, вначале посвапались, конечно, линиями. И все так и осталось, в принципе. Только не считая того, что Клокерк немножко... А, нет, ну что Клокерк? Клокерк получил 5-й левел, сейчас ему, в принципе, не так плохо. Остается надеяться, что игра будет такой же увлекающей, захватывающей, как игра ДК и Г. Да, вторая игра, которая длилась ни много ни мало, 90 минут. Многие успели посмотреть первую половину фильма «Титаник» во время проведения этого матча. Что у Иллидана как-то плохо было с ласт-хитом лесных крипов, он двух пропустил, хотя у них там ХП почти не было. Но это не страшно. Так, тем временем Иллидан получает 6-й уровень, а Герокоптер всего лишь 5-й. То есть может быть какой-то выход теоретически. Ну и Герокоптер вообще меньше помощи, по-моему, на лайне. Как даже странно, что у него 5-й всего лишь. Может это потому, что антимаг успел на боте постоять? Нет, там было все... Вот так, поймали сейчас антимаг и у него... Инвокер хуесос. А, да, отличный санстрайк, да, спасибо. Да, инвокер такой себе тип. Да, инвокер очень обидно не попал с санстрайком, именно это... Ну, если был бы санстрайк именно в эту сетку, то там и соло самшн был в эту сетку. Так все после сетки полетело, санстрайком не попал. Да, очень обидно. Сейчас, внимание, центр. Так, внимание, центр. Ага. Так, а почему Рубик... Почему НС ебанул в крипа? А, НС ебанул в крипа, понятно. Ну, он, видимо, у него мысли несколько о других вещах сейчас, судя по никнейму. Может быть. Не знаю даже. Но всякое случается, зато НС, в общем-то, стабильную игру показывает на протяжении всего этого турнира. Насколько я понимаю, это человек, который умер чаще всего. Да, с этим нельзя не согласиться. И счет тем временем 3-1, 2516 пенантов у команды Зенит и 0 того... у команды Virtus.pro. Более того, у Иллидана начались какие-то проблемы с фармом, потому что 25 крипов у него уже очень долго, и более того, пришлось стерегениться на базу. Я что-то боюсь уже потихонечку начинаю переживать на тему того, что... Зато у Квапы все хорошо. Ну да, у Квапы все очень хорошо, но, блин, как бы... Тут беда на самом деле, потому что все очень хорошо у Герокоптера. И. Ну, нельзя, конечно, сказать, что... Хотя да, у него, блядь, все отлично. У него неплохо. У него есть уже фейзы, базилка, как бы там все очень хорошо, а антимаг пытается набежевать себе на ПТ.
Это еще хорошо, что... Вот, но в принципе, извиняюсь, что я перебью, но, кажется, ты забыл свою мысль. Очень велика вероятность того, что сейчас прилетит Клокерк на верхний коридор и попробует сделать там ганг. Это было бы очень полезно и продуктивно. Так, но я эту мысль озвучил в игре Альянсов, когда на Клокверке был S4, а сейчас на Клокверке не S4, я вообще не верю. В топе, кстати, падает Тауэр, ему некого дефить, потому что суппорты пошли вниз за Дарксиром. Нага Сирена в инвизе. Они его не убьют и потеряют Тауэр еще. Поймали быстренько антимага, все, вкинули и живет. Нет, умирает антимаг, очень все грамотно сделано. Учитывая то, что сетка даже в первом уровне была. Просто полный отстой, потому что если бы он сейчас выжил, то, может быть, этот Тауэр как бы не страшно было, ему полегче фармить было, но теперь, короче, вообще полная срань. Ну, знаешь, один из лучших кэрри-героев, кэрри-игроков Украины, а то из всего мира, Ильдан, знает, скорее всего, что делает. Возможно, действительно, может быть, нужно это было... Это было сразу видно по его блинку. Он прочитал все возможные ситуации. Конечно, естественно, не стоит блинкаться куда-нибудь в лес, а пытаться сныкаться, надо блинкаться на туда, вот влево, на дорогу. К визажу, чтобы он вторую плену еще въебал, да, да. В лесу-то могут и не найти сразу там. Да, так вот, я что хотел сказать-то. Еще просто не очень хорошо для наших парней то, что визаж 2 килла уже сделал. А, как мы знаем, это такой герой, который, ну, не фармя, но он, убивая в начале игры, очень сильным становится и неприятно. Да, и тут, значит, спалили то, что внизу команда Virtus Pro делает ганг, и визаж прилетел спокойненько. Получит здесь еще 6 уровень, скорее всего, и будет очень много грязи делать. Антимаг убивает гирокоптер, вот этот я пропустил. Еще, но кстати, это... хорошая работа, прилетел, даже не прилетел, а просто прибежал сюда Олег Крейзи. Вот, и, собственно говоря, просто... Вот, смотри, инвокер без векса, с форш-спиритами. Если бы у зенитов был не инвокер, а какой-нибудь сильный мидер, то я бы, наверное, сказал, что больше все плохо, но в данной ситуации есть надежда... У него будет 2 форш-спирита, и они куда-то поедут, по идее. Вообще, конечно, это... А, смотри, вот у него Мидас уже, инвокер, это... Я понял, действительно, тот самый инвокер, который будет и Force Spirit, и довольно ранний Yules, и прокаст. Да, где-то 30-й, да? 40-й. Ну, довольно-таки раннее. Ну, если увидеть антимага, то да, раннее, можно сказать. Да. В общем, а суть в чем вообще этого Мидаса на инвокере? Дело в том, что ему просто очень сильно нужен опыт, нужен левел, нужны возможности, скиллы. Дред, а ты сначала Battle Fury собираешь или сначала ботинок? Вообще, я на инвокере не часто собираю. Нет, я про. Ну, судя про по данному антимагу, здесь у него очень раннее ПТ, поэтому он может сделать выход в очень раннее батлфури. Ну, уже 11 минута ПТ, да? Слышь, Дрэд? То есть, да. Все сходится. Да, но я видел. У вас таблички людей, возникают, которые я пишу в игре? Нет. Тогда, короче, инвокер антимаг за этот год встречались 38 раз и еще 19-19. Чего еще раз? Инвокер и антимаг встречались 38 раз за этот год, ну, в одном матче. Ага. Еще 19-19. Так, понятно. Лол, так это решающая игра получается. Выходит, украинский так? Коллектив, Митяй, должен победить, по-любому. Я надеюсь. Да, да. Тут как бы не только встреча украинского и сингапурского школы Dota, но еще и видишь инвокер на антимага, считай. Да, получается так, очень такое войны, интересное противостояние, несмотря на то, что уже 8 часов утра почти, никто не спал, все смотрят, все ждали именно этого матча, потому что все болеют за свою родную команду. Так, ну антимаг тут терпит, к сожалению, от крипа с Айншиллом, но вот у него появился уже... Колечко. Колечко, да, регенерация. Могли инвокера убивать сейчас. Вот, но, к сожалению, против него уже стоит такой Дарксир, который, ну, просто крайне неприятен для антимага. Давай мека через 100. А вот, выход на Дарксира, и посмотрим, попадет ли Кси... Да, Кси попадает хукшотом, отлично. Еще один килл для Лидана, он ультом будет стилить, по идее. Да, да. Отлично, он застилил ультом. А внизу падает Тауэр, пока месь. Ага, пришла квапа. Ебать, там развалило как надо. Слушай, нормально, Павелка, Рубик уезжает. Да, Рубик нет, не уезжает. Уезжает, да, вертолет уезжает. Еще убит, да, вертолета. Еще и можно. Ай, Олег не очень уверенно сыграл в этой ситуации. И, к сожалению, немного не успел Клокверк и не убил гирокоптера. Визаж, очень, кстати, жаль. Забрал килл, забрал тауэр, у него медалька уже и 500 денег. 700 уже денег, потому что инвокер тоже забрал, да. Тауэр на меде.
Вообще Кстати, неплохо себя чувствует. Смотри, все-таки прокачал век себе инвокер, и кажется, он делает второй мидас, учитывая то, что у него в инвентаре лежит. Да, гирокоптер БКБ. Это башер и мидас, потому что есть Belt of Strange. Кстати, преимущество у зенитов уже около 5000 голды, а по XP около 200, то есть не так-то плохо. Да вообще отлично для 13 минуты, если учесть, сколько уже нафармил гирокоптер и как отстает Иллидан. Да, действительно, это так. Ну, Иллидана, в принципе, есть время сейчас наверстать, так скажем. Ну, с появлением Battle Fury все будет легче, но... Просто проблема в том, что у него кольцо только пока еще, и... Ну да. И браслет у него не скоро появится. Который называется Perseverance. Хотя нет, стоп, что я несу, он уже у него есть, но Battle Fury не скоро появится. Кстати, скорее всего, Альберт сейчас просто... переворачивается под одеялом. Услышит про Battle Fury такое. Возможно, Альберт проснется мокрым, но мы этого не узнаем. Да. Так, ну, кстати, в смоке был выход. Как читает хорошо Олег эту ситуацию, знал то, что его здесь подкарауливают. По уровню игры, в общем, чувствуется, что нерв большой, потому что это когда мы смотрели Альянсов и следующие матчи, там немножко было... Посильнее Дота была, там Рошана уже к этому моменту убивали под медальку. Тут пока Счет парни 5-4. Явно нервничают. Да. Да, нервы есть. Ну, оно и понятно, эта игра на вылет. Здесь, хотелось сказать, нету проигравшего, но поймался на мысли, что сморозил бы хуйню в таком случае. Потому что проигравшая команда не получает ничего и, собственно говоря, не победившая тоже. Ну, победившая да. пока еще тоже, конечно, но она хотя бы имеет возможность дальше продолжать борьбу за 1 миллион. Ну, если вдуматься в то, что они... Победитель этой пары попадет на Invictus Gaming. Да-да-да, я как раз хотел сказать, если еще что они попадут на IG, то... Ну, конечно, Virtus.pro будут фаворитами против IG, но от Зенита... Я думаю, что, блядь, Зенитам даже и рыпаться не стоит, просто надо пропустить наших парней, потому что... Да, я Смотри, согласен. Запилили гирокоптер, и опять антимаг его забирает. Вот это реально... вселяет надежды. Просто Зенит, если пройдут дальше, они будут смотреться на International так же неуместно, как смотрелись Мувк, например. Поэтому... Да, ты знаешь, еще есть такая моральная, скажем так, особенность, то, что чем дальше ты вылетаешь, ближе от денег, соответственно, тем обиднее. Ну и смотри, на 17-й минуте будет Battle Fury, например. Ну, вот, уже скоро, да. Так что это очень неплохо. Любой Battle Fury до 18 минут, при том, что есть ПТ, это очень хорошее достижение. Да, и, кстати, отстает от топового уже фарма на карте Иллидан всего на 700 голды. Ну, тут как-то вообще очень странно. Три топ-фармера у Зенита, но мне кажется, это какой-то глюк, потому что на самом деле они слабее. Ну, чисто вообще как-то. Мне они не нравятся. В общем, я за Virtus.pro. Да. Все это, все эти графики, циферки, это все херня. 25-10. На 88-й минуте был 25-10 в пользу ДК, и чем закончилось в итоге? Наверняка инмейт может это подтвердить. Что? Я говорю, 25-10 был на 88-й. Сейчас просто фраг будет. Врыв Фридома. Ой, что творится со смайлом. Кстати, никогда не пробовал смотреть этот стрим, смотреть стрим International и слушать все это в Dota TV. Нет. Ну ты. Ну, блин, ну инмейт прокачанный человек. Я думаю, он еще и в Guns of Karas смог партейку катать одновременно. Рассказывая. Да, кстати, я вот даже не подумал от этой великолепной комбинации сетки ноги сирены и инвокера Sunstrike. Это очень мощно. Крайне да я бы не сказал, что это Sunstrike мог. Если пробить. Рядом стоит еще не королик, то 4 заряда получает от одного Sunstrike сразу. Да, это, конечно... А это еще 350 дамаги. Бизаш медальку очень собрал. Сильно. Давно уже там, мне кажется, мека наклевывается потихоньку уже. Вторая? Да. Да, почему бы и нет? А, потому что нажимается мека, проходит половина ее кулдауна, половина. И можно юзать вторую уже. Конечно. Все правильно. Так, ну... А инвокер, кстати, не купил башер, он купил себе ПТ. Очень странно. Ну да, я необычный, необычный игр, конечно, для этих молодых перспективных ребят. Инновации, новый билд через ПТ, смотри, без башера. Блин, антимаг Дота в решающем матче. Я бы все-таки надеялся, что будет заготовка пооригинальнее.
Ну или хотя бы понадежнее, потому что антимаг в последнее время винрейт не слишком большой. Вертолет АБКБ после этого тавра уже. Магинный тот же алхимик, будет. Мне кажется. Внизу ломают инвокера. Да, всё. Кстати, очень четко разыгрывает. Кстати, один единственный русский игрок команды Virtus.pro это Олег Крейзи. Очень хорошо он разыгрывает Акашу в этой игре, потому что каждый ульт почти у него результативный, он делает фрагом или ассист. Да, значит, получается, что результативных ультов было два к этому моменту. Следуя твоей логике. Ну да. Так, да. Вот тут уже гонят, значит, просто Virtus.pro. Нет, ультов было пять, у него три ассиста еще. Зенит вовсю. А, ну да, там же антимаг 4 раза стилил. И у КВП БКБ через 300. БКБ в этой игре, мне кажется, вообще обязательный артефакт почти для всех игроков Virtus.pro. Так, ну, давайте посмотрим правде в глаза. До 20 минуты, скорее всего, антимага БФ не будет, но... Так, он до сих пор не нафармил, что ли? У него же было уже 1100, когда я на него смотрел, он не умирал. Сейчас просто смотрите на Крейзи. Так, смотрим на Крейзи сейчас. Ну, он в сетке, да. Станет, хилит. Не, ну да, его не выпускали из стана очень долго. Что вся команда может сейчас очень сильно пострадать. Ну или там, кстати, сгорает еще один фраг, и у него есть... И у него есть Battle Fury. Ой, что твое? О, хорош Кси. Кси. И... Ой, санстрайк какой. Ну, да, инвокер очень великолепно, конечно, отыгрывает этот матч. А ты видел шмотки инвокера? Шмотки инвокера? Угу. Ёбаный рот. Угу. Kills 1, 2, 3, 4. Угу. С санстрайками 234, 902. Сразу видно, что инвокера не зря это. Да, инвокер это, видимо, действительно была изготовка, потому что ISIS получает 100 тысяч за дрот инвокера. Очень сильный, 1234 килла, это примерно, ну, мне кажется, игр 200, как, ну, в среднем. Хотя, наверное, все-таки поменьше. 200 это... Ну, там мало игр. Сколько? Это, нет, это больше намного. Так, для сравнения, за 90 игр 400 фрагов делается. Ну, я и говорю, 200 примерно, чуть побольше. Вот, БФ есть уже у Элидана. Смайл спиздил у него только что фарм. Очень плохо, что столько вышек потеряли Виртуса к 20-й минуте. Просто, если идешь, конечно, в антимага, то надо стараться подольше держать свои вышки, чтобы потом была возможность этому антимагу там пушить, напрягать, а так получается, что он постоянно будет вынужден назад дергаться. К сожалению, ни одной еще вышки не забрали команда Virtus.pro, но сейчас есть варианты, и 100% даже, наверное, заберут турет на миде. На миде сейчас сломают. А уже как... есть еще денег? 7500 преимущество по голде у зенитов. Так, ну поймали вот. Здесь Олега внизу Крейзи замес. И... Ой-ой-ой, сколько дэмэджа. На базу его отправили, у него ТП без кулдауна, он сейчас, скорее всего... Но зато пушит антимаг мид. Ничего не сделает. Да, здесь, конечно, Чен хорошо спас тиммейта своего, да. Но, блядь, тиммейт, конечно, пиздец, молодец, то, что оказался в такой ситуации. Сколько там раз уже НС отъехал? Два. Да, два раза отъехал НС. Да. В принципе, не так уж и много умирают. Да, ну, надо на самом деле сказать то, что со временем Нага Сирена станет бесполезной довольно-таки. Вот. Рубик Барайш своровал. Тут, конечно, было бы круто своровать там кулдаун или что-нибудь в этом роде. Но не получилось. Или ульт Наги. Или Аегис своровать. Ну. Да, Аегис. Там из комментаторской. Да, и убежать. Это шанс, мне кажется, для Virtus.pro завладеть Аегисом. Да, большой шанс. БКБ есть уже у Акаши. Посмотрим, что есть у нас инвокера. Инвокер собирается сразу Хекс. Нет, ну Иллидана фарм пошел. Это да, видно, ну естественно, это с появлением Battle Fury. Как бы неудивительно, что все стало несколько лучше, плюс дают ему подбивать героев. Но это опять, ну, вообще ничего не изменилось со времен групповой стадии. Как был там Иллидан на первом месте, все команды просто бомжи анусы в анусе. И так и тут происходит. А у зенитов инвокер, блять, герокоптер, Дарксир и
три игрока, ну, три героя могут драться спокойно, я не знаю. Так, нападение сейчас на гирокоптеры будут. Минус 7, мне кажется. Юзает он БКБ и начинает мансовать, но могут возникнуть проблемы. Нет, боятся пойти дальше, хотя могли попробовать его убить. Нет, Иллидан не боится, Иллидану похуй. Надо было что-нибудь отпушивающее взять, если хотели так играть, чтобы долго отпушивать, типа там, не знаю, Котл, саппорт. Вертолета по итамам очень интересная ситуация. Так, тут Санстрайк не попал. Да, Сатаник решил собирать что ли сразу. У него их просто очень много уже. Да, у него действительно очень много итемов уже. Учитывая что тот факт, что, ну ладно, они забрали много товаров, но он типа не постоянно фармит, он же ходит еще пушить со своей командой. Так, тем временем Яшин антимага. И все равно у него топовый крипстат. Намного быстрее он сейчас будет сплитпушить. Так, да. нашли здесь инвокера. Внизу. Но я боюсь, что Mountain Style он уже может и не собрать в этой игре. Как больно делает Ice. Очень, конечно, мощно играет он. И что-то, кажись, запахло с жопой, по-моему. Как ты считаешь? Да, я думаю, это именно этот запах. Я со свою жизнь несколько раз учуял этот запах. Это действительно тот самый. Вот когда антимаг умирает от Dark Seeress нагой сиреной. Действительно, запах жопы. В общем, насколько я понял, план был таков. Насосать в групповом этапе, чтобы все начали сомневаться в том, что парни могут. А потом насосать в начале игры. Чен не уходит. Так. Да. Совсем не уходит. Угу. И вот сейчас наступает переломный момент, когда наконец-то команда покажет свою истинную силу. Да, и вот. Да, вот Рубик один на и один на решил подраться. Ним, короче. Да, отлично Рубик, заманил да. Рубик, в принципе. Чувствуется хорошо. И да, отлично да? Заманил Смайл, и можно убивать гирокоптера, просто поссать его. Ну, можно же, ребят, ну вы же. Там метка. Еще подошла. Так, ну все. О. Хорошо. Захуярил. И получил Олежа. Он с него полтора левела еще. Так, и Олег продолжает буйствовать. Так, нет, Олег все-таки решил остановиться. Он антимагу время давал подойти. А антимаг уже здесь, кстати, он да, может да, да. Просто в два удара убить Дарксира. Если бы он сразу блинкался, типа, они бы ушли сразу. Так они еще хотели развалить. Так будет сейчас врыв от инвокера, да? Ой-ой-ой. Что-то ну, он перепутал, по-моему, кнопку но немного. Не фармит антимаг последние две минуты вот это вот. Вот сейчас вниз пришел побить его, инвокер прогнал сразу. Ну как тут пофармишь? А в топе мобы против мобов. Два варда стоят. Да, лес свой фармит с тоже Ярославом. Пушится линия сильно в топе. Вижена вообще никакого нету, Виртусов один вард, короче, на своей половине. Ну, их можно понять, этого, я думаю, у них нету ни одного тавера, вообще... и они боятся выйти с своего ХГ. Да, это вообще вард этих-то оказался, я чуть не понял. Так... Не, ну теперь есть один вард, и это сенты, и уже легче. Ну да, наверное. Так, карта виднее, конечно. Не, вон оп стоит на топ-руне. Да, конечно, печально, когда гирокоптер, инвокер и дарксир из вражеской команды опережают по фарму антимага. Да, и правда. Оп, стоит. Тем временем преимущество по голде уже около 12 тысяч, по XP около 5 тысяч. Так, а после этого, если это вдруг, не дай бог, будет поражение, в какую теперь корзину падают украинская команда? Они вылетают. Корзину? Че, нет другой какой-то корзины, которая там, я не знаю, в которой МФК и другие сильные команды? Ну, это та самая корзина, она называется лузеры. Все понятно. Да. Не, я думаю, что просто надо давать еще один шанс, как бы, коллективам, которые проиграли, ну, в лузерах. На следующий интернешнл. Но мне почему-то кажется, что на следующий интернешнл тут может такое случиться, что эта команда, она не то чтобы прекратит свое существование, но... Как ты можешь так говорить о нашей украинской команде? Смотри, все, нет, почти все были на всех трех интернешнлах, то есть сейчас есть. Ну, значит, на четвертый поедет, так что все нормально. Там уж, наверное, покажут все-таки свою игру. Митя, ты смотрел новый фильм, боевик, 2013 года «Назад в Украину»? Жалко, что, конечно, все одна украинская команда отобралась на интернешнл, что другие там молодые украинские коллективы, типа «Рокс Кис»,
не смогли этого сделать. Ничего не поделаешь. Да, действительно. Эх, ну зато у нас есть очень неплохое русское молодое дарование, команда Na'Vi. Угу. Вот, посмотрим, будем следить за их выступлением. Сейчас они находятся в винерах, они выиграли первую свою игру. Рубика на миде убивают. Да, Рубика действительно убивает на миде, и тут что-то пытается сделать Смайл, но... Ой, Смайл, чё творит? Очень красиво. Ну, тут инвокер тоже очень красивый, Смайл идет вообще... Если он выживет, это реально. Выжил. Это мувик. Это в натуре. Это очень мувик. Красиво было. Да, это было реально очень сложно и очень красиво. Просто в мувик. Смайл, красава. Да, и, наверное, Рошаны сейчас пойдут. Это реально забирать. Было очень хорошо. Внизу Клопа умер от вертолета. Да, действительно, Клопа просто так взяла и сдохла. Причем я думаю, что... не могу понять, что происходило. Вертолет фуловый бегает. Я думаю, что даже, смотри, даже Аегис не забирает, просто так заходит на хайграунд. Ну, естественно, им не надо. Сейчас они у Квапы, нету БКБ, у Квапы есть байбек, но опять же нету БКБ. У Квапы нет жизни. Никто не собрал. А, нет, собрал БКБ, Квапа собрала. Ну, то мало. Вот антимах в топе пытается что-то сделать, там уже ждет его инвокера. Ну, это, кстати, может как бы... Вот если Лидан будет так вот летать по лайнам, напрягать, не давать попытками... Ну, уже манта, уже почти манта. Тут нужен был, во-первых, раньше манту, а не на 30-й минуте, это уже слишком долго. И плюс, если бы стояли хоть какие-то Т2 ТВРа, и если бы хотя бы все Т1 упали у зенитов, тогда бы, наверное, можно еще говорить было о шансах, а так как-то... Так, думаю, уже, потому наверное, что в Virtus.pro сейчас, скорее всего, это будут делать, есть хукшот, можно убивать. Сейчас в центре. Да-да-да, на Рошине сейчас будет драк. Вот, в центре. Ой-ой-ой. Ну да, антимаг тут даже подрался. Это был очень интересный стиль. Просто пиздец, как БКБ нужно всей команде, ВП, но... Видели, да, как сгорел антимаг? Ну смотри, тут выкуп, и гирокоптер отправляется в таверну, а он уже выкупался, по-моему. Отлично! Давай, Дарксира, хуярь! Ай, давай. Стопи... Ну что ж так, блять, ну ладно, ушел на... Нет, не уйдет, все, отлично. Вообще, Тимвайп, дал выкуп, по-моему, только Виза жив остался. Сейчас главное уходить от инвокера. В итоге почти что окупился байбек, это очень хорошо, но там мультанул очень здраво, или дан. Типа 600 голды, или нет, сколько? Да, 600 голды не окупилось, но он получил 2,5 левела, это намного лучше. Ну смотри, было почти 13 тысяч, а сейчас 12... Ну, в общем, пока еще 12 тысяч преимущества по голде. Да, но экспа пошатнулся, это приятно. Да. ПТС я купил Чен. Ну, в любом случае, Рошана-то в итоге забирают. Хоккеисты команды... Ой, блядь. Эти. В общем, зениты. Да, и, кстати, у гирокоптера скоро уже будет бабочка. Вот это очень плохая новость. Вот, у зенитов сейчас будет, в принципе, второй хекс. Да тут типа бабочка. Если еще раз будет такой слип и фокус антимага, вот за сколько они его убили, ну меньше чем за секунду, там где-то 0.8, немного я светит. Но это аннихиляция была. Да, да, действительно, помним мы китайских стороны, антимагов, у которых на такой минуте уже есть и Тараск, и Баттерфлей. Может как-нибудь Рубик хорошо сон украдет, в обратку даст и всех засейвит, допустим. Всякое же может быть, правильно? Ну, только на это и надеемся на самом деле. Я думаю, наши украинские ребята тоже на это рассчитывают очень сильно. Как-то вы слабо топите, где ваш патриотизм? Да мы за украинскую команду болеем, Митя, все. Ну я болею, а чё вы так это тухло болеете? Давайте, нет, они отлично болеют. Антимагу, чтобы выстоять, нужно только БКБ, потому что он не будет в любом случае прожимать. Сейчас мой заходит, ультит минус 5, Virtus.pro победа. Отлично, но с БКБ. Нет, антимага не так работает, инмейт, ты, по-моему, забыл что-то. Мы бы хотели топить из последних сил, как бы, и кричать, но видишь, как не очень пока. Нет, я понимаю, что у Дреда бабушка спит, там все дела, но как бы надо вот сейчас, она должна проснуться и топить вместе с тобой. Это единственный раз, когда можно... Это последняя команда, ради которой стоит объединиться, сложить руки вместе и просто топить. Согласен. Дело в том, что бабушка моя из Литвы, но я думаю, она тоже будет болеть за украинскую команду. Потому что болеть за украинскую команду, это все равно, что болеть против русских всех. На свете, поэтому, по идее,
Литва, которая тоже ненавидит наверняка, как все другие прибалтийские страны России. Ну, ты понял, к чему я веду? Да, вообще, конечно, все болеют, конечно. Все болеют за Virtus Pro. Сегодня все объединяются и болеют за нашу украинскую... Наш украинский Powerhouse. Два хекса команды Зенит уже. За бабушку Дреда, за Пони и за Virtus Pro. Столько шмоток к этой минуте вынесли Зениты, что я даже два не знаю. Два хекса вообще. И Баттерфляй еще. Это пиздец полнейший. Смотришь на Манту и Battle Fury на главном фармиле. Понимаешь, что беда. Потому что, конечно... Еще, вот, знаешь, что это вот Magic Stick негрейдженный, Пурманщи... Причем мне почему-то кажется, что Иллиданас, если игра затянется, начнет собирать Тараску, которая особо тут... Кстати, сейчас уже Тауэр нижний пойдет, Virtus Pro. Вот врывается Кси, тут вот сразу пошел сон. Слип. Пошел слип. Так, посмотрим. Антимаг стоит далеко, ждет. Рубик может своровать сейчас. Врывается давай. Акаша. Так, и вертолет поехал. Да, очень грамотно Нага дала рептайт. Антимаг одного, хекса теперь. Плохо антимагу. Видишь, как мы собрались, начинаем топить, все будет нормально. Все хорошо. Ну, конечно, Тауэр потеряли, но, по-моему, все более-менее сейчас произошло. Кстати, Нага очень грамотно проюзала. Сейчас соберутся... пару шмоток и въедут. А вот теперь у Грекоптера появилась бабочка. Что ж тут такое, я не знаю. И у него по-прежнему Аегис. Да, он все еще не мешает. Аегис, Сатаник там, наверное, тоже будет скоро наклевываться потихоньку. Ну, антимаг еще. Сейчас Иллидану по фасту отпушить как можно дальше. Там еще и Нага алебарду собирает. Отпушить. Топ как можно дальше и то есть, ну, тут без, не встрять без вообще ничего не сделать. Конечно, и вот я почему-то не знаю, или да, ну так нужно БКБ. Но мне почему-то кажется, что он, блядь, Тараску начнет собирать, короче. Да не, я думаю, ему тут уже объяснили, что тут без БКБ вообще никуда. Ну, типа он влетает и... И мне не на кого тратить хекс, так. Разве что на Чена, чтобы убить его быстро. Но... Вообще, конечно, в идеале Virtus Pro сейчас иметь на антимаге БКБ, на Квапе хекс до следующего замеса, тогда можно будет попробовать что-то сделать. Ну и, конечно, форстаф на Рубике закончить. Слушай, а что собирается собирать Клокверка? Или он не верит в то, что игра далеко зайдет? Клокверка у единственного фэнтези поинта ушли в минус. Он, блядь, два брейсера купил, он типа хочет в барабаны игры, да, ну типа или что? Блядь, как можно на интернешнале вот закупаться брейсерами? Что это, блядь, за бред? Слушайте, а как, учитывая то, что фэнтези поинтс умножаются на 4, можно уйти в минус по фэнтези поинтсам? Вот я тебе потом расскажу. Понял. Так, говорят, что у Иллидана один из самых больших траблов в его стиле игры, это то, что он БКБ не прожимает. То есть, даже если он его купит, типа, счастья будет это мало. Это не важно, главное, чтобы он его купил. Ну, так БКБ еще срать и срать. 35-я минута, на самом деле, шмот очень херовый у команды Virtus Pro всей. Так, опять, кстати, тут внизу нападают Зенит. Робен бежит назад. Вот хекс, и все убили его. Сразу же. Байбеки, байбеки. Он же двигает камеру этими стрелочками. Да? Да, и собственно из-за этого он не может вовремя прожимать БКБ. Что он делает? Реально на стрелочках играет, да? Раньше было так, я сейчас запустил ТВ. А скиллы мышкой? От лица игрока ты тоже увидишь. Ну, мышкой скиллы как? У него? Когда как? То есть надо навести стрелочку мышки левой кнопочкой. То есть он играет как люди играют в Prime World. Справа есть дрочь, нажимаешь на глазик, выбираешь типа от имени игрока и жмешь или да. Так, я сейчас попробую. Нет, тут у меня только стримеры. Глазами игрока. Значит, нет, есть такое, да. Слушай, он действительно как-то камеру странно двигает. Не краем, да. Он не подводит мышку к краю экрана, он да. Просто... Ты видишь это? Да. Он колесиком мышки передвигает, либо... Не, колесиком мышки... Сразу видно, один из лучших украинских фармеров, сразу видно. Еще да. Можно открыть стрим International, и там будет видно. Или да, на первом типа этом слоте. Ну ты посмотри, какой у него АПМ с другой стороны, он просто клац, ебусь. Слушай, а ты можешь дать ссылку на этот, на... Там уже выложили. Где? Ну, на канале, типа, под один или под два, открывай один из них. Тред, ты смеялся над Иллиданом, а попробуй сам поиграть, передвигая камеру, блядь, клавиатуры. Я уверен, что тебя вообще нихуя не выйдет. То есть парень
реально создает себе трудности и играет сквозь них, а не каждый способен и преодолевает их, потому что жизнь это боль. Слишком просто, и поэтому он усложняет себе задачу. Так, погоди, а блинкуется-то он как прижимает, ну слава так, богу. Нет, слышите, у него там какие-то кнопки в этой, в левой части клавиатуры, по-моему, двигать экран. А где он сидит? Какой он? Ближайший самый. А вот самый. Нет, вот сейчас двигает мышкой, по-моему, да. Может, он услышал нас, короче. Хуй его знает. Или да, ну вообще, если ты смотришь стрим, то... Ну, не надо это делать, ты на финале International. То есть, да, как... Пошутил, конечно. По-моему, у него на как International. В ВАСД. Посмотри, где пытается пальцы. Пытается он засплитпушить, короче, сейчас, но... Вообще, может быть, так и есть, он санечек. ВСД и граната на четверочку у него, и пробил прыжок. Да. А граната это что? Так, вот тут уже сломали, доломали нижние, точнее, нижние бараки. Ну, с потерь страны в антимакдоте это еще не конец. Конечно же. Конечно, нет. БКБ, к сожалению, нет еще у Лидана, но зато вот тут у Квапы. У Квапы у тебя есть хекс? Mm-hmm. Да, у Квапы уже есть хекс, только кого хисовать, хуй его знает. Потому что уже и Ривер есть у Герокоптера. Так, я по-прежнему смотрю про глазами Лидана все это, он пока не может решиться. Даблдак на колесико. Дабл через меню на колесико, мечай. Ну, кто как, кто как. Кстати... Сатаник появился уже. Клокверк не максит поверкоги. Я не уверен, что этого гирокоптера можно убить, но... Потому что немало... А, 1000 голды еще, ёбаный рот. А кто так, его убьёт? Врывается Клокверк, даже просто визажа и... Да. Все, да, я думаю, антимаг пиццу... не выйдет из этих хиксов уже сегодня. Пиццу пол хп. Ну и не байбек, ничего, все. Ну, типа... Покидает, скорее всего, команда Virtus.pro International, но всего лишь через год. Да, уже через год мы, скорее всего, опять видим их на интернете. Ничего страшного не произошло, в Dota научились все играть, кроме Virtus.pro. А одна игра играется, да? Да, одна игра. Надо было, конечно, Best of 3, потому что как-то это несправедливо. Ну, конечно, это несправедливо. А если вражеской команде повезло? Как это измеряет скилл? Я согласен, тем более тут явно просто везение было, пропёрлись на инвокер, да на... Ну вот, конечно, гирокоптер в Хиксе, но дело в том, что в Хиксе также вообще вся команда, блядь, Virtus.pro превращена в свиней. И... Господи Иисусе. Но зато это сало. Свиньи же сало, правильно? Что ж, вот так покидает вот... Покидает Украина. Наша любимая команда, да, единственная команда, представляющая Украину, покидает International. Что ж, Virtus.pro, спасибо большое, что... Хотя бы пытались, мы за вас болели, и ничего страшного. Мы все равно пустим вас обратно на родину. Украина вас ждет. Приезжайте. Да. Да, и сказать нечего, конечно. Лалки, ВП, Русь плюс Нави, Украина. Ребят, ну хватит троллить. Вы с этой ерундой своей. У нас тут не очень, конечно, приятный момент случился. А с другой стороны, чем переживаем? Мы же не хохлы. Что? Я говорю, что... Да, ну да. Что? Нет, я забыл. Что не все мы не хохлы. Я просто подумал, может, зря мы так переживаем по этому поводу. Но я понимаю, что у тебя Александр траур, так что... Ну да, ну да. Смайла жаль, да, ребят, действительно. Инвокер-то хорошо зашел. Инвокер-то он задрот, походу, очень жесткий. Почему Лидан третий скилл на один прокачал против инвокера? Ебанаты, ВП, Украина, Нави, русский. Ну, правильно, правильно, чувак. Надо таких троллей сразу на месте останавливать, скажем так.
Потому что вот это вот ВП русский, Нави, Украина. Ребят, ну не смешно. Сейчас реально не до шуток уже после такой грустной игры. Как теперь спать-то, лейт? Вообще неохота. Прикинь, какие сны будут, блядь, сниться. Да. Да, действительно. Ну что ж, ребят, спасибо, что смотрели стрим. Спасибо, что болели с нами за Virtus.pro. Теперь, вот, понимаешь, они же завтра организовывают трансляции в кинотеатре. И прикинь, как там будет все вот это. Место, атмосфера праздника, которая должна была чувствоваться на этих ночах Доты. Место боления в бесконечных сериях Best of 3 на пути к финалу за Virtus.pro. Напикали, блядь, говна антимагов, на которых играть не умеют, двигают камеру клавиатуры, блять, не качают против магического пика. Третьи скиллы. Ну, немножко не хватило удачи, наверное, прежде всего. Да, и опять, конечно, удача не преследовала, к сожалению, наших игроков. Но обязательно, я думаю, на четвертом интернешнале уже дистанция вернет свою. Но с другой стороны, Virtus.pro же попали. Какой это уже, по-моему, получается, если с какого вот инмейт тут нужен, чтобы прояснить эту ситуацию, но он, походу, уже отконнектился. Да. Ну, по идее, это где-то 12-е, 13-е место, потому что они вылетели одними из последних, из тех, кто вылетел в первом круге. Да. То есть да, это где-то... Получается, 13-е место, наверное. Да, следующее будет. Ну, топ-13, это ведь не так уж и плохо. И вообще, я думаю, что тут надо смотреть по алфавиту вылетавших, таким образом... Virtus.pro, то есть на букву В, а Б, В, естественно, берем в расчет русский алфавит, это примерно 12-е тогда и получается. Не пишите 13-16-е, во-первых, да не 12-16-е, во-первых, надо либо по алфавиту считать, либо по... В общем, 12-е, не выебывайтесь. Что вы выебываетесь на бедную несчастную команду? Да, все правильно, все правильно. Сейчас ликвидал ГД, да? Ну, кому эту хуйню уже интересно смотреть? Ну, если да. Всем было... уже насрать, всем, блядь, всем хочется просто... Пиздец, я думаю, что International уже закончился на этом. Ну, блядь, ну вот грубо говоря... Нет, да. Еще есть одна русская команда. Да, за русских болеть, себя не уважать. Петухи они все. Вани, блядь, борщи хлебают, ну их нахуй. Сало не едят. Да, это, конечно, очень плохо, ребят. Ладно, давайте мы не будем тянуть кота за яйца уже. Да. Отпустим беднягу. Блять, пойду, короче, учиться играть с клавиатуры в доту. И вообще подключу геймпад. Мне кажется, что это будет новое слово. Прикинь, первый игрок, который там, допустим, приедет там через год и будет на геймпаде хуярить, блять, вот это все обосрутся. Ну да, это вот нормально, кстати. Есть к чему стремиться. Четыре кнопки, вот этот вот пульт, управление. В пизду, я уже не думаю. Конец, Дред, как ты думаешь, дисбанд? Да, я думаю, замены будут. Ну, естественно, Virtus.pro как организация никуда не пропадет, будет название, не останется. Конечно, нет. Ну вот. Хотя я бы добавил супер, либо супер Virtus.pro, либо Virtus Super Pro. Знаю, как мне больше нравится, либо и то, то есть супер Virtus Super Pro. Но, в общем-то. Да. Ладно. Спасибо большое, ребят, что смотрели. До свидания.